Почему она не закреплена? Потому что она должна была стоять у нас на твердом покрытии. Решили ее поставить, то есть убрать с площадки на газон. То есть поэтому пока временно поставили ее на тротуарную плитку, на старую. Ну, я думаю, в будущем здесь сделаем либо какую-то площадку, либо... Ближайшее будущее это когда? Ну вот, в ближайшем будущем. Пока просто мы здесь ее как бы планировали, куда, да, так скажем, поставили, и пока сюда. Но она же несет опасность своего рода. Ну пока она не несет никакой опасности. Так, вот насчет вот этих установленных столбиков. Это фонари. А что они торчат-то так из земли? Землю же должны быть. Но уровень земли не отступлен или мало заглублен? Тяжело сейчас ответить, но подсыпем, то есть вот эти крепления. Ну, это получается везде по всему периметру так. Не, по проекту они должны быть на земле. Ну, не знаю, не электричество у нас было в субподряде, свяжусь с руководителем СВЭМа. То есть проконсультируемся. Не знаю, почему они их, то есть уровень не поставили с основным тротуаром. То есть не знаете? Да, возможно, из-за того, что там может быть такие там. Ну, возможно, наверное, не интересно.